Всем добрый день! Сегодня, если смотреть через окно, настоящая весна, солнышко, хорошо, красиво. Ну, на улице еще прохладно, но денек хороший. Сегодня походим по старым, новым местам, поищем сундук с золотом. Уже приехали, застряли, вся машина в рези, земля и во рту, так сказать, попробовали на вкус. Где-то сейчас выезжали, весь грязный, как свинья. Коп начался хорошо, так что не переключайтесь, я думаю, будет интересно. Давайте искать вместе. Первый сигнальчик, точнее не первый, но первая интересная находочка. Вот смотрите, вывалилась какая шайба. С такой вот ямки. Ну, сигнал был какашка, но чистый. Вот смотрите. Это, по всей видимости, рубль. Так и вывалился. Чуток разгреб, потому что сигнал был ни о чем. Да, был бы этот рубль лет на 100 раньше. Но все равно. Сейчас посмотрим. По всей видимости, вот это был дом. Наверное, времен СССР. Ходим мы вокруг дома. Ветер жесть. Надеюсь, со звуком будет все хорошо. Вот был сигнальчик. С такой ямки земля очень мокрая. Вот она. Я уже чуток расковырял, потому что думал, какая-то кака. Но оказалась монетка. Но сигнал был 16. Скорее всего, советик. Вот, смотрите. Оп. Да, 2 копеечки поздних советов. С другой стороны, практически нет. Тереть не буду, так как монетка не стоит ничего. Интересно, мы здесь были, в прошлый раз был царизм, а тут теперь советы. Ну что ж, продолжим. Очередной загадочный сигнальчик, верховой, стабильно 30, так и вывалилось, еще и не смотрел. Вот она, 30, это у нас ранний совет, по размерам пятачок. Так, сейчас посмотрим. Монетка, ты кто? Да, пятак. Люблю такие пятачки. Сейчас чуток протру. Какой красавец. 5 копеек. СССР 57. Состояние достаточно неплохое. Почищу. Я это умею и будет в коллекцию. Когда будет у меня 3000 подписчиков, покажу свою коллекцию. Хе-хе. Забираем. Хороший верховой сигнал. Терочка показывает 42. А ну. Сейчас попробуем выкопать, так сказать, онлайн. Давай, копай. Но почему-то всегда онлайн выходит кака. Того и не снимаю. Но сегодня вдвоем попробуем. И где? Так. А ну, подноси. Не оно. Не оно. Не оно. Не оно. Вот где-то здесь. Так. Ой. И что у нас здесь за находочка? А вот то, что я и говорил. Кольцо. Медное кольцо. Все, не буду копать онлайн. Буду находить, не тратить ваше время. Медный провод. Заберем. Был верховой сигнал. Копнул, даже это не копнул. Вот так вот.
и с лопатой, с землей вытащилась находочка. Это у нас пуговка. Ну, наверное, ее саданул бы как-то так лопата. Угу. Сейчас чуток протру и посмотрим, что за пуговка. Царская пуговка. Ну, это уже позднее. Видите, она не литая или литая, а накладочка проржавела. Еще и лопатой подровнял. Но все равно это первая сегодня царская находка. Вот такая вот пуга. С двухглавым орлом. Вот, друзья, нашел практически сверху глазами вот такую пластину. Лежала вот так. Думал, просто какая-то табличка, вон, дырочка. Сельхозтехники. Перекинул, а здесь какой-то текст. Я так понимаю, он написан как на скорой помощи, задом наперед. Это, наверное, был какой-то оттиск. Это погружали в чернила, прикладывали, и выходил какой-то текст. Интересно, что это могло быть. Первый раз нахожу такое. Если кто знает, подскажите. Или хотя бы скажите, где посмотреть. Вот видите, сколько здесь букв. Хм? Даже ума не приложу, что это могло быть. Интересно, интересно. Не переключайтесь, ищем дальше. Вот смотрите, яма. Может быть погреб или домовая яма. Какие-то обломки там кирпича есть. И все такое. И был здесь сигнальчик. Сейчас покажу. Вот такой вот ямы. Монетка скатилась. Думаю, царизм, потому что бил красиво. Чисто. Сигнал был классненный. Вот. Сейчас мы посмотрим. Через объектив не вижу. Ага, вижу, трешка. Трешка ранних советов. Интересно, последний раз было здесь. И не одна находочка царизм, а сейчас советы. Как она так? 3 копеечки 24 года. Состояние даже очень бодрое с этой стороны. Да и тут неплохое. Тереть не буду. Но находочка зачетная. Карман. Еще чуток мы здесь походим и будем ехать на другое место. Так что смотрите, не переключайтесь. Вот, давайте посмотрим, какая здесь загадочная местность. Здесь огороды и кусты. Я думаю, что это была какая-то часть деревни, но она по каким-то причинам вымерла. Вот здесь мы и ходим. Много кусочков земли, пшеница посеяна, так что походить выйдет только осенью. Но все же... Находочки есть, это радует. Сюда еще приедем. Вот, лежал прям сверху. Кто не знает, это ключ. Ключ с телеги. На колесах были квадратные гайки. Вот этим крутили. Сюда вставлялся черенок. И прикручивали колесо к телеге. А телегу тащили кони, валы, не знаю, это еще кованый. Может быть, поздний царизм или ранние советы попадаются на их домиках. Заберем. Там с машиной всего ничего, был хороший сигнальчик. И вот такая вот штука. Сейчас тень найду, в тени лучше. Обломок чего-то. Как тебе? Вот так вот. Какой-то на нем рисунок. То ли круг был, то ли не круг, сломано.
Ну, интересно. Скоро будем отсюда ехать. Сменили мы место поиска. Здесь ветер еще больше. Но будем надеяться, что слышно будет хорошо. У меня первый хороший сигнальчик. В смысле чистый, а сигнал был не очень. И вот у нас магнитос. Наверное, совет, не знаю. И 17 было, и 30, и 40 какой-то. Какой-то непонятный. Это у нас чего? И неожиданно это царизм. Одна копеечка. Год не вижу. Но било совсем как не царизм. Интересно. Наверное, из-за вот этих черных окислов. Почищу дома. А приехали мы сюда, потому что здесь когда-то попадались римские находки. Может, нам сегодня повезет. Мы найдем какой-нибудь обломочек Рима. Так что смотрим. Жарко. Градусов 10 тепла. Фух, а оделся тепло. Чуток жарко. Вот здесь я поднял только что коробочку, пробочку с пенициллина. С лекарства. Бывает, находишь их в таких местах, что диву даешься. Как они туда попали? Попадали они очень легко. Это при колхозах делали вакцинацию животным и выбрасывали их в навоз. И с навозом развозили. Вот здесь был интересный сигнальчик. Вот такая штучка. Подождите, где она? Я даже видел. Та, а, вот. Вот. Выпала какая-то загадочная штука. Иди к нам. Колечко. Или... Сейчас почищу, потому что через камеру не вижу. И покажу. Стопроцентной гарантии не даю. Но я думаю, что эта находочка относится к культуре ЧК. К периоду римлян. Так как они вели торговлю черняховской культурой. Похоже на кусочек фибулы или не фибулы. Но я здесь находил находочки по ЧК. Думаю, это с той песни. Так что, может, нам сегодня и повезет. И мы найдем что-нибудь поинтереснее. Сейчас тут покружим. Не переключайтесь. Фу, вот такой здесь холм. И под этим холмиком... Фух, сердце упало в желудок, как я говорю. Вот, смотрите. Так и вывалился. Так и выпало. Вот он. Ха-ха. Это то, по что мы сюда приехали. Фух. Класс. Ощущение просто бомба. Только бы был целый. Это римский динарий. Оп. О, вверх тормашками. А эта сторона подзатертый. Но все же, Рим — это всегда чудесно и прекрасно. Фу, и всегда неожиданно. Классненная находка. О. Удачно сегодня выехали, и солнышко светит, душа поет. Так что, друзья, я думаю, такая находочка заслуживает на вашу поддержку и лайк. Ух. Такие находки кладу в тот карман, дай бог не потерять, потому что когда-то потерял царскую монетку интересную. Искал, искал, потом не нашел. Смотрите, первая ямка. Здесь вот борозна. Иду я по ней.
опять такой же сигнальчик. И вот, и вот, и вот. Фу, и руки дрожат, и ноги дрожат. Это то же, что встретит в обычной булочной Анджелину Джоли. И она вам сказала бы да. Вот он, вот он, вот он. Вот. Красавец. Иди сюда. Два динарика за один куб. Это просто суперфорт в наших местах. Какая-то зеленая кака на нем. Но я думаю, почищу. Да, я посмотрю, что это. Может быть, подскажут знающие люди. И видео напишу. Вот так вот. С этой стороны зелени больше, но состояние лучше от предыдущего. Может, попробую я ее почистить. Точнее, может быть, у меня выйдет ее очистить. С этой стороны красавец. Даже буквы видно. Фух, классно. О, так, друзья, еще здесь похожу. Еще здесь похожу. Уже почти выбрался на холмик. Вот тебе и подперло. Не переключайтесь. Будем еще искать. Ходят тут и ходят. Понаехали. Ушел я оттуда, ребята. Где-то час проходил. Зад вперед, все. Не было больше ничего. И вот с такой вот ямы, глубоко достаточно, больше фискаря, выпала она. Она-на-на. На-на-на. У нас она. Кто она? Шайба. Вот такая вот большая шайба. Ой, сейчас закрою солнце. Било красиво, как медь. Сейчас посмотрим. Вот это сегодня пруха. Это, наверное, за то, что два крайних были ни о чем. Находочки были, но на видео не накопишь. Будет ассорти. Что это у нас? Я не вижу, что это. Я сейчас почищу и покажу, потому что через камеру я не вижу. Это у нас целый пятак 24-го года. Я думаю, сохран будет неплохой. Сильно не тер, потому что возможно поцарапать. Дома замочу в правильном растворе. Смотрите, у меня есть видео, как чистить медные монеты. И почищу. Думаю, будет хороший экземпляр. Ох, какой красавец. Прет. Продолжим. Смотрите, у нас был пятак. Видите? Да, все закопано, все зарыто. И вот у нас. Где ты? Как я говорю, шмурдячная находка. Вот, сигнал был точно пробка. Я ее уже нашел. Это колечко, по всей видимости. Ну что с ним, я, наверное, лопатой чуток подровнял, причесал, так сказать. Ну почему она такое, я не знаю. Тоненькая обручалочка. Но все же. Находки выбирать не приходится. В карман. Ищем. Какое красивое небо. Не знаю, передаст камера или нет. Класс, офигенно. А нам прет, прет, прет. Прет не по-детски. Ты где? А вот, смотрите, что нашел. Сегодня неимоверная пруха. Это у нас застежка чеком. Именно такой формы у меня еще и нету. Тарам. Сейчас чуток почистим. Вот такая вот у нас застежечка.
Красавица рабочая. Красотень. Хотя сигнал был ни о чем, как пробка. Вот вам еще раз подтверждение, копайте все сигналы, и будет вам счастье. Крутяк. Сегодня у нас коп крутяк. Во, царство муравейников. Еще чуток походим, снимем видео на лопате и будем ехать домой, потому что хочется кушать, да и ноги уже бобо. Сейчас попробуем поискать между муравейниками. Итак, друзья, на сегодня все. Будем ехать домой. В общей сложности проходили часов 8. Это если не считать, что час выкапывали автомобиль. Дома еще планы грандиозные. Все это постирать, потому что как свинья. Помыть машину. Короче, веселье еще выше крыши. Сейчас покажу, что мы сегодня нашли. Точнее, я, брат не показывает, говорит, все в сундук, сундук. Сегодня впечатлений масса, покопали просто, я не знаю. Это, наверное, потому что последние два выезда были ни о чем. Почти не было ничего снимать. А сегодня, как говорится, поперло. Кому понравилось, ставьте лайки, поддержите канал. Кому не понравилось, пишите грозные комментарии. Постараюсь это пережить. Кто не подписался, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео. Поверьте мне, их будет очень много. Удачи, пока-пока. Вот такая вот странная пластина. Может, кто встречал, подскажите или хотя бы мысли вслух. Повторю здесь все слова задом наперед, как на скорой помощи. То есть это какой-то для чего-то оттиск. По монеткам. 3 копеечки 24-го, пятачок огромный 24-го, пятачок 57-го в неплохом сохране, копеечка, кого не знаю, или Александра, или Николая, рубль, не тот, но рубль, тот еще найдем, 2 копеечки поздних советов, пуговка, колечко, кольцо. И вот сегодня мега находки. Кусочек фибулы, я так думаю, застежка ЧК и 2 динария. Попробуем их почистить и узнаем, кто это. Так что сегодня поперло. Удачи.